приветствовать всех вас сегодня в этом зале. Особенно приятно видеть так много поклонников нашего таланта. По этому поводу разрешите сообщить, что капустник 11 класса торжественно объявляется открытым. Московское время 22 часа 45 минут. До Нового года осталось совсем немного времени, и Соня, окончив все приготовления к празднику, решила посмотреть телевизор. Приезжайте,
Это компания Universal Pictures и Warner Brothers совместно с Paramount Pictures Miramax Company и 20 век Fox представляет работу киностудию «Голдерны Баралды. Перестройка Булды». Донтарский народный детективный триллер с элегантной эротики. Оскар за лучшую женскую роль задал его роли за сценарий. Серия 1999. Как ты сюда пробрался? Тебе здесь неминуемая смерть. Миссия, я там! Там не туда, я там! Меня принесла сюда любовь, ее не останавливают стены. Миссия, шаги! Теперь я твой избранник. На все, Синкиря. Кто показал тебе сюда дорогу? Информатор Кюсетте! Ее нашла любовь. Сильным я отдам. Ты любишь ли меня? Да, клянусь луной, собой и высшим благом, которого достаточно для клятв. Кукареку! Уходишь ты, еще не рассвело. Атаки духа! Нас оглушил не жаворонка, голос, а пение соловья. Побудь еще, куда тебе спешить? Не насекир, башка будет. Пусть схватят и убьют, раз ты согласна, я и подавно остаюсь с тобой. Драма-опера в четырех действиях «Чебурашка». Первое действие открывает зрителю картину базарной площади. Раннее утро. С одной стороны площади входит странствующий рыцарь-трубадур по имени Карлсон. Вслух он перебирает тревожащие его мысли. Он полон страданий, так как влюблен в испанскую красавицу Кармен. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, вручила мне горшок с вареньем. Кармен, ты гений доброты. Неожиданно для зрителя с другой стороны выходит молодой новый русский менестрель Чебурашка. В своем первом выходе он не показывает своего лица, так как тоже влюблен в Кармен. Больно. Ничего, найдешь другую. Нет, ты меня не знаешь. Подружка, мне ее не разлюбить. Скай, погибну я на прежде. Я вас любительна. Кармен блаженную люблю, Кармену всех я добью. И вот появляется Кармен. Она подрабатывает гадалкой на базаре и сейчас плотно от обеда в трактире возвращается на рабочее место. Чебурашка пытается покончить с собой, но после безуспешного самоубийства он пытается отстоять право на любовь. Ты чё, чувак? Ты на кого наехал?
приехал? Это моя девчонка! Ах, сударь, из года полу продвинулось наше чувство. Ты чуча! Я пропеллер твой сейчас корнем выдру! После чего следует жестокая сцена дуэли. Дуэль! Господа, не угодно ли вам примириться? Только после вас! Я ужасно, что такого зала. Вы мне оставили? Полную версию оперы «Чебурашка» вы сможете заказать по почте на лицензионных видеокассетах. Звоните по телефону 555-5555. Ночью дешевле. Второй действие рисует картину оппозиционного лагеря налоговых разбойников. Их образ представлен в дьявольском плясе, выявляющем их инфернальное начало. Тири возвращается на рабочее место. Но далее следует жестокая сцена глумления над святыми идеалами добра. Деда Мороза. Посреди сцены сидит заплаканная Снегурочка. Дед Мороз пытается отговорить ее от поспешных выводов. Ну как тут отговоришь? Она влюблена в Чебурашку. Mm-hmm.
Но замечаете ли вы, что финансовый инспектор разбойник в тоске, ее не развлекает кровопролитная пытка над Кармен, поскольку она безумно влюблена в Деда Мороза. Ой, цветет калина в поле у ручья, Дедушку Мороза полюбила я. Всеобщая сцена освобождения и любовный апофеоз. Лицея при Казанской государственной консерватории проходит капустник 11 класса, который по заявлениям авторитетных лиц имеет мировое значение и является величайшим событием второго тысячелетия. К сожалению, важные дела не позволили посетить торжество министру культуры Республики Татарстан Ильдусу Габдрахмановичу Тарханову, но он прислал поздравительную телеграмму. Уважаемые учащиеся 11 класса, ваш талант известен далеко за стенами вашей школы. Я сожалею, что не смог попасть на ваш праздник, но на выпускном буду присутствовать обязательно. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю больших творческих успехов, благополучного поступления в консерваторию, здоровья и профессионального роста. Несмотря на отсутствие министра культуры, в зале присутствуют не менее важные и известные люди Татарстана и России. Отменив встречи и поездки, в Казань срочно вылетел представитель Франции. Он согласился дать эксклюзивное интервью в моей программе. Здравствуйте. Фамилия жены вашего внучатого дяди в третьем поколении, по пятой линии. До замужества, пожалуйста. Ну, вы знаете, мы очень рады здесь присутствовать на вашем празднике. А что мне сказать? Я с ним, по-французски. Alors nous sommes très heureux d'être parmi vous. Ma femme s'appelle Marie-Anne, mon fils Pascal. D'accord. Il apprend le russe à l'école. Il a fait 4 ans de russe. Посмотрите, какие прекрасные слова этот человек высказал о нашем капустнике, о нашем классе. Ведь он сказал, что двери Франции всегда открыты для нашего класса. Поблагодарим его за прекрасное интервью. Добрый вечер, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Мы рады приветствовать вас сегодня, в этот праздничный день, в этом гостеприимном зале.
событиям этого года и даже по достоинству их оценить. Золотые пальмовые ветки, корни, листья, копыта золотых кентавров и оскары отжили свой век. И навстречу третьему тысячелетию мы выдвигаем новую премию «Золотой Дед Мороз». В продолжение нашего вечера разрешите объявить особую благодарность за финансовую поддержку тете Асе и дяде Комету. Памперсы Заря, Суши Сухаря. Также мы поддерживаем всеобщую партию теоретиков, предвыборная кампания которых обещает вам все параллельные квинты и октавы, а особенно ходы на увеличенные интервалы. Итак, в номинации «Дирижер года» всемирным и авторитетным жюри был выбран лучший. Приз вручается народному артисту и заслуженному деятелю Республики Татарстан Рустему Абязову. Внимание на экран!
диссертации. У тебя не дедукция, есть познавательное действие, направленное на эмпирическую антропоморфизацию вещей. Смысл парадигмы в трансцендентальном априорном знании аксиомии, которое существует в сознании объективного субъекта. Таким образом, субъективный объект культ гуманизма и реабилитации плоти называется ограниченный максимум, то есть мир в суфизме. Все понятно? Извините, пожалуйста, что такое антропоморфизация? Платонизм эмоций в этике Киренаева, естественные блага апологетика и патристика неоплатонизма, буквального и морального. Домашнее задание. Иммануил Кант. Критика способности сомнения. Критика средневекового разума. Срок окончен. Yeah.
жрать нечего. Крошки со стола побираю. Печаль, печаль. Повара, небось, воруют, да? И не говори. А вообще, после исчезновения из поля зрения нашего класса что-нибудь хорошее произошло? Есть. Ох, Светочка. Тепло, капуста и картошка. Знаю. Помню. Так это же Александр Аркадьевич! Наше трудное время, когда в России царит хаос и беспредел, время смуты человеческого населения. Ваше здоровье, Александр Аркадьевич! Ушли. У меня был тост хороший, я вот на них посмотрел. Да. Я бы предложил такой тост, если, конечно, пригласили. Чтобы, как заканчивают школу, не закладывать. До новой встречи, до свидания, с Новым годом! Не включайте сейчас только. Дорогие россияне, поздравляю вас с Новым годом и выражаю благодарность за предоставление мне эфирного времени. Ежели посмотреть со стороны, с такой, так сказать, точки зрения, то оно не то что-либо, что, так сказать, в общем, вроде бы, короче, я могу твердо и уверенно вам сказать, и я не боюсь этого слова, я рвусь в эфир так, как люблю зефир. Как видите, нам, президентам, отнюдь не чуждо чувство юмора и рифмы. Чуете? Эфир, зефир. Итак, резюмируя все сказанное выше, я могу с трепетом и душевной болью вам сказать, что учителя недоперевыполнили охват современными знаниями, недопоняли стоящих задач, недоохватили учащихся. Кадры у нас сильные, задачи высокие. Поэтому, понимаешь, зарплата маленькая, и дают ее не вовремя. Итак, вперед к 21 веку. Спасибо за внимание. Как всегда, на самом деле.
Алиев, 26 декабря 1999 года.